Друзья, всем привет! Что это такое? Попырскался и не помогает. Сегодня у нас 4 июня, и мы продолжаем проверять наши ловушки. Приехал, как вы знаете, куда, как видите, это липовая роща. Я надеюсь на нее, что именно здесь мы сегодня и заберем хоть какой-то один рой. Взял для этого лестницу. Не знаю, вот прям чувствую, что один рой здесь должен быть по-любому. Будем надеяться, что все наши ловушки на месте, рой будет сидеть. Поэтому, друзья, погнали проверять ловушки. Что это такое? Так, вот эта штука должна меня спасти от мошек. Хоть как-нибудь надеть. От пчел спасала, от мошек тоже. Погнали смотреть, друзья. Липа, друзья, за эти дни неплохо так набрала, зазеленела вся, уже набираются вот эти цветочки. Погода у нас для липы хорошая, дождики идут, тепло. Надеюсь, что в этом году с липы что-нибудь и будет, а то в прошлом году засуха ничего не дала. И вот, друзья, первая ловушка, которая установлена на краю липовой рощи. Видно, что нету ничего. Постучим. Никакой разведки, никого нету. Здесь недалеко от нее, там в кустах установлена колода. Давайте ее проверим. Колода, друзья, здесь стоит. Что-то я здесь тоже никого не вижу. Постучу на крайняк. Тишина, друзья, только мошки жужжат, а пчел нету. Ух, мошки дают оторваться. Странно, конечно, друзья, я не понимаю, почему сюда не прилетел рой. Или их еще нету. У меня вся надежда была на эти ловушки, которые стоят на краю липовой рощи, что именно сюда в первую очередь должен прилететь рой. Ну, как оказалось, ничего нету. Смотрим впереди, какие стоят ловушки и что там. Вот, друзья, моя третья ловушка установлена. И здесь нету ничего. Тихо он. Никаких движений нету. Я постучал, никто не вышел. Подходим, друзья, к ловушке. К одной из моих. Вон, видите, на липе стоит. Вечернее солнышко светит. Ну, пчелы я не вижу. Сейчас ближе пойдем посмотрим. Тот самый мусор лежит. Вон его сколько. А вот ловушка. Постучал я только что по ней. Никого не слышно. Это же надо, друзья, такие надежды были на это место. Четыре ловушки, ни одного роя. Все-таки, наверное, на первом месте при ловле роев. Это не место, а везение. Так, здесь еще одна моя ловушка установлена. Вот она в кустиках стоит. Что-то не видно ничего. Сейчас посмотрим поближе. Визуально здесь нет никого. И не слышно даже. Вот здесь, друзья, ловушка установлена на дубку, который единственный в этой липовой роще. Что-то слышно жужжит. А, это майских столько здесь летает. Но вам не будет видно. Жужжат они просто, как будто бы здесь рой сидит. Но ни одной пчелы здесь я не вижу. Сейчас постучу, посмотрю. Постучал, друзья, по ловушке. Никто и не отозвался. Никого нет. И последняя ловушка в этом месте установлена. О, ничего себе она заросла. Вон там вот колода наша стоит. Надо ее достать оттуда. То рой туда не залетит в такую густоту.
как-то заросло. Вот в такой, друзья, темноте стоит колода. Здесь тоже тихо, но сюда Ирой не залетит в такую густоту. Ее нужно достать, лучше поставить на землю. Переустановил я, друзья, колоду. Поставил вот сюда, вот здесь хоть открытый участок, возле дубка, возле вот этой ловушки. Может, так будет более привлекательно для пчел. Друзья, у меня просто нет слов. Самое перспективное место, на которое были просто надежды на 80%, что здесь будет хоть один рой. Ноль. Ноль, друзья. Я не знаю, что в этом году происходит. Неужели настолько была весна поздняя, что нету роев? Ну, не роятся, что ли, у людей пчелы? Или ловушки непривлекательны? Хотя вот знакомые есть по местности, уже там по одному рою словили. Наверное, это везение. Ладно, друзья, есть еще по дороге у нас две ловушки колоды проверить. Давайте, пока не стемнело, посмотрим на них. Поехали. Ну и мошки же у нас. Так, вот здесь в этих кустиках установлена моя колода-ловушка. Сейчас подойдем, посмотрим. Да ё-моё, опять валяется на боку. Что это такое? Неудачное место, наверное. И вот здесь следующая колода. Фу. Мошек очень много. Сейчас посмотрим ее. Вот, друзья, ловушка эта. Поближе. Постучал. Никого нету. Вот такие, друзья, дела на 4 июня в Липовой роще и не только. На данный момент пока ни одного роя нету. Это, конечно, год такой интересный. Такого еще я не видел, что к этому моменту еще не было ни одного роя. Но будем ждать. В следующий раз не знаю, когда поеду. Может, через неделю. Поэтому, друзья, следите за каналом. На этом я буду с вами прощаться. Мы обязательно с вами словим рой, я вам обещаю. Мошки не дают даже смотреть. Ну, а у нас пока вот как-то так. До новых видео, друзья. Пока-пока. Да вы что даете? Вот это да. Причем, что я попырскался от мошек, а не просто заебал.